Блин, он тупо за мной. Смотрите, он сквозь стену меня видит. Вы гляньте. Я сюда, он туда. Я сюда, он туда. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и это Hello Neighbor 2D. Вы не поверите. Очередная игра в серии Hello Neighbor, фанатской вот этой вот, серии фанатских игр Hello Neighbor в 2D стиле. Да. И очередная игра еще, плюс ко всему, вынуждающая меня надевать очки, потому что... Настолько маленький экран, что для моих слепых глаз это перебор. Да, вы, может, скажете, разверни на полный экран. Знаете, что с игрой происходит, когда ее разворачиваешь на полный экран? Во-первых, я вам сейчас ее покажу сам по себе. Вот, давайте, play. Вот так она выглядит. А теперь самое главное. Когда ее разворачиваешь на полный экран, она безбожно тормозит. Она идет у меня хуже, чем GTA 5 на высочайших настройках. Я этого не понимаю. Я не знаю, почему это так. Я не знаю, как эту срань объяснить. Но это так, и вот это объяснить невозможно. В общем, играть можно только таким образом. Управлять, кстати, можно только нажимая на W и направляя мышкой. То есть, вот смотрите, вот видите? Оп-о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 п. И W. Если влево, вправо, вот это А, Д ничего не дает. С назад он пятиться тоже не может. Только вот так вот. Вот так вот им приходится управлять. Спать он не хочет, ничего не хочет. Ну, я так понимаю, бачок он подбирать, кстати, смотрите. Он бачок может дотащить. Аж хрен знает куда. А, туда уже нельзя, все. И чё, а что с бачком-то случилось? Бачок верни на родину, чувак. Все, конец. Просрали бачок. Обидно немного. Он как бы есть, но его как бы нет. То есть взять его абсолютно невозможно, потому что там его уже... О, смотрите. Коробки таскаем, офигеть. Это очень весело, конечно, ладно. Сосед, я тебе принес бачок в дом. Как тебе идея? Так. Вот сосед, судя по всему, надо быть аккуратнее. Куда нам, сюда, что ли, нужно идти? Вот эту штуку взять, да? А, это замок. Это замок от подвала, подождите. Ну, давайте попробуем. Тут ничего не берется. Да! Музыка пошла страшная! Блин, твою мать. Я, честно говоря, думал, что будет без музыки. Я же немножко как-то высадился от этого всего. Перепугался. Да, блин, что с тобой не так, чувак? Пройди-ка сюда. Дальше он не может, смотрите. Подождите. Ну и где мне тогда взять ключ от того замка? Это же был замок, правильно? Давай, проходи ты, хватит уже. Да, замок, на то. Хватит уже лапать бачки, блин, бомжар ты. Неотесанный. Так, смотрите, вон там ключ, правильно лежит? Надо как-то его обмануть. А-а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 -
В прошлой 2D-версии Hello Neighbor тоже был сосед, наркоша тот еще. Так, ну попробуем, может. Блин, он тупо за мной. Смотрите, он сквозь стену меня видит. Вы гляньте. Я сюда, он туда. Я сюда, он туда. И что мне делать с ним? Давайте попробуем выйти, наверное. Да выйди ты. Обратно. Так, смотрите. Опять. Ну-ка я его... Это усы вот это черные? Это типа его усы такие, да? Я понял. А как же мне сделать так, чтобы он спетлял куда-нибудь? Сосед! Как мне взять это говно? Я не понимаю. Чё мне? Что это был за звук? Непонятно. Вот сюда бы попасть было бы очень неплохо. Сюда я смогу? Нет, смотрите. Тут, видите, тут он перегородил, говнюк. Перегородил своими сраными диванами. Сосед, отойди! Зараза. Ой, блин. Не, ну это ж непроходимо. Он же там стоит, он тупо не пускает. Как тогда быть? Надо, получается, есть только один, как мне кажется, вариант. Вот он, смотрите, он. Так, давайте сюда идти. Открываем. Проходим. А, ключ теперь там. Зашибись, где сосед, там и ключ. Просто охренеть. И как я должен тогда быть в такой... Ого, его куда-то отнесло. Вы гляньте на это. Так, подожди. Ну, открывай. Есть. Так, давай, проходим. Получилось? Это все? Это как бы конец, да? Или нет? Просто белый экран идет, я не понимаю. Хорошо, допустим, у меня это получилось. Давайте теперь посмотрим, что за тестовые комнаты такие. Так, вот тест румс. Смотрите, у нас комната, у нас куча бачков и куча коробок. Это все для чего вообще? Что это типа обучение? Я не понимаю, или что? Ну, мне, в принципе... Ой, подождите. Ага, смотрите, вот так вот можно, туда-сюда. Ну, окей, допустим, это неплохая вещь, как бы она перегораживает, да? Только туда все равно-то пройти нельзя по-особому.
Подождите, ну... Не, это абсолютно... вот это вот то, что я сейчас вижу, это, видимо, абсолютно бессмысленно. Мне это не нужно, да? Это просто... Игра мне демонстрирует свои недюжинные возможности, что можно, оказывается, дергать бачки, дергать рычажки, дергать коробушки и все такое прочее, да? Тут даже сосед, наверное, не появится. Да? О, подождите, мне одна идея в голову пришла. Сейчас попробуем. Так, подождите, берем коробку. Сейчас. Вот, вот уж до чего мозг мой дошел. Так, надо обойти. Вот так. Да, вот, правильно, правильно, почти, почти, чувак. Смотри, подходим, подводим ее вот сюда. И сейчас будет бейсбол. Так, так, отходим, отходим. Подожди, сюда. Пау! Не, ну что такое, ну подожди. Ну, блин, что, в тестовой комнате не могли додуматься до этого замечательного, развеселого зайца? Давай, пау! Ну, я так надеялся, что коробку сейчас отфигарит куда-нибудь. И можно будет, может, еще... Даже потом попробовать такой трюк в оригинальной игре про соседа. Ну, не в оригинальной игре, а в смысле снаружи тестовой комнаты. Вот сейчас я обновлю страницу. Еще одна у меня идея тоже появилась. Я не понимаю, от чего дверь, вот которая к лестнице ведет. То есть вот в самом вот этом здании. Может быть, можно взять ключ и открыть эту дверь, которая ведет там от лестницы на второй этаж, я не знаю, в подвал куда-нибудь. Ну, давайте сейчас проверять. Так, 67 из 68... Загруженные переменные, оно загружается, все, отлично, давай, плей. Так, смотрите, заходим вновь вот сюда. Меня вот эта вот дверь интересует, в частности, я сейчас покажу. Так, вот это. Можно ли с ней что-то сделать? Вот ключ, да, ключ, он, вот, вот. Я, это же реально дверь, правда? Это же дверь от второго этажа. Может быть, можно взять этот ключ? Вот давайте попробуем обмануть этого козла. Так, да, отлично. Сейчас сюда забери. Давай, 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 закрой. Опа. Смотрите, получилось. Вот он тупой нахрен, а. Ты посмотри. Я реально его надул. Так, подождите. Теперь давай. Убери эту сраную коробку. Блин. Все, вроде убрал. Так, подождите. Надо как-то. Надо же как-то обойти его правильно, да? Давайте вот сюда. Да-да-да! Нет, немножко не успел. Так, подождите, давайте еще раз пробовать. А мало ли, вдруг она ее тоже откроет. Вдруг это как секретка или что-то в этом роде. О, опять он застревает в этих сраных дверях. Ну, вы видели четко, как я соседа обманул. Блин, это так не каждый сможет. Не, слушайте, второй раз у меня реально может не получиться. Что-то жестко, все сложнее становится. Да, ой, господи, как ты затрахал уже с этим дерьмом. Ты можешь не трогать. А это что? А, это просто забор, да? А если туда? Ничего. А если попробовать обойти дом? О, может, можно обойти дом? Нет, нельзя, нельзя. Туда уже никуда не пускают. Ну ладно, давайте, проходим. Да сразу так прямо? Ну ладно, да подожди ты, чувак. Чё ты такой дерганый? Расслабься немного. Я вон ключ пытаюсь подобрать. Куда меня отнесло нахрен? О, смотрите. Считайте, что я секретку нашел. Потому что в обычном, я так понимаю, обычным образом сюда не попасть, да? Все, он теперь близок, локоток, да не уку... Что за бред? Я не понимаю. Смотрите, я хожу по этому синему говну, меня куда-то... Все, сосед уже в полной жопе вообще. Давай выбираться как-нибудь, а, чувачок? Тебе не кажется, что пора, пора валить нахрен? Сейчас он догонит нас. А, выходи. Выходи, давай. Я не знаю. Просто. Вот это да. Вот это игра, ребята. Просто игрище. Я не могу. Открывай эту сраную дверь. Где там он теперь? А, он, смотрите, он опять. Он умудрился выйти из этого ссаного анабиоза, да? Так, давайте сейчас вот так вот его обойдем, обойдем, обойдем. Ага. Хрена с два у меня это получится так просто, наверное. Блин, последний раз пробую, мне, короче, уже становится все меньше интересно, что там с этой сраной лестницей. А, кстати, гляньте, что этот мудень, он теперь внизу. А, понятно. То есть я вообще, по сути, игру эту прошел, наверное, каким-то гребаным чудом, да? Это вообще можно считать, что мне очень фартануло, да? Потому что так-то я не знаю, как мы справимся. Ну, все пошло. Короче, мне пофиг, все. Не, пусть одна тайна останется не раскрытой. Если хотите, можете в эту игру поиграть сами и сказать, как оно там. Да, надо не забыть будет, раз уж я сказал такое дело, что поиграть сами, надо не забыть будет оставить на нее ссылку, блин. Но если забуду, напомните мне в комментариях. Я постоянно это забываю. У меня уже было такое, что я хотел ссылки понаоставлять на игры в описаниях. Потом оставлял, оставлял, потом, короче, забыл. Потому что ты выкладываешь видео по несколько штук в день, и как-то оно, знаете, то есть... О другом голова думает постоянно, все время другими вещами забито, как теги прописать, как описание прописать. А вот плюс ко всему игр я выкладываю по 2-3 в день, поэтому иногда как бы ссылки эти забываю вставить.
Последнее время почти всегда. Уж извините за это, но вот сюда вот реально надо ссылку ставить будет, потому что эту игру вы хрен когда найдете, если этого не сделаю. В общем, ладно, на этом закончим. Если понравилось это видео, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарий, ставьте этому видео лайк, открывайте описание внизу под роликом. Там большое количество плейлистов. Есть ссылка на группу ВК, вступайте в нее, открывайте ссылки на видео и плейлисты, что видите перед собой. Внизу под видео кнопочка поделиться, если не трудно, нажимайте, рассказывайте друзьям, нажимайте на колокольчик рядом с кнопочкой подписаться. И всем счастливо, всем удачи, всем пока.